Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Почему вы так упорно хотите себя убить? Бывает то, что нельзя забыть. Что бы я ни делал, оно со мной. Гложет меня. Пулю в лоб пустить духу не хватает. Приходится убивать себя понемногу. Тебе-то, наверное, это сложно понять, Конор. Не слишком-то рационально. Уже поздно. Вам лучше пойти домой. Я не устал. Да и ты навряд ли. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться, вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. Они могут симулировать эмоции, но они машины, а машины ничего не чувствуют. Ну а сам-то ты, Конор? Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Я могу быть всем, чем прикажете. Напарником. Вашим собутыльником или просто машиной, которая исполняет задачу. Ничего у тебя не ёкнуло, когда она себя убила? Или тебе, как всегда, на все посрать, а? Я действовал согласно инструкциям и поступил так, как должен. А я вот тебя убью. И ты потом снова явишься, как ни в чем не бывало. Но ты же боишься смерти, Конор. Этого делать не стоит. Мое уничтожение плохо отразится на расследовании, а также на вашей личной и финансовой ситуации. Что будет, если я спущу курок? М? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Ничего. Будет пустота.
Больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэтфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Планируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Здравствуйте. Чем могу помочь? Не надо. Спасибо. Элизабет Уилсон, алло. Доброе утро, мисс Уилсон. Простите, что отвлекаю. Это Майк из гаража. Проблема с автомобилем. Проблема? Что за проблема? В него задом въехали. Вам бы лучше посмотреть. Что, серьезно? Господи. Ладно, сейчас спущусь. У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, 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 конечно. Мне нужна помощь. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо. Thank you.